Изменение цен – одна из тем, которая долгое время не теряет своей актуальности. В Тверской области, к примеру, подорожали полукопченые и варено-копченая колбаса и подешевели овощи. Тверьстат опубликовал еженедельное исследование динамики цен на продовольственные товары. За период с 16 по 22 июля из 44 товаров в регионе цены выросли на 22. На 18 снизились и на 4 остались без изменений. Наибольший рост зафиксирован на полукопченую и варено-копченую колбасу, соль и творог. Снизились цены на свеклу, морковь, огурцы и картофель. На главной пешеходной улице Твери наша съемочная группа решила выяснить, обращают ли внимание жители города на цены в магазинах. Цены повышаются, понижаются? Повышаются, конечно. Ну, примерно процентов 30 точно. А вы заметили, может быть, на что-то цены выросли, может, понизились? Как вообще? Вообще, конечно, продукты питания повысились, цены заметно. Вот. Ну, с учетом того, что сейчас распродажа во многих магазинах, можно как бы достаточно выгодно что-то купить такое сезонное. Могу сказать, яблоки были 80, сейчас 150-200. То есть, чтобы такие цены были на яблоки летом, совсем непонятно. Я вам честно говорю, я холостяк, я даже на деньги не смотрю. Даже и чек не смотрю. В начале этой недели Министерство экономического развития России обнародовало сведения о том, что в стране фиксируется замедление инфляции. По данным ведомства, инфляционные процессы снизились до показателя в 9,18%. Инфляция снижается, имеет под собой основание, но только за последние две недели. До этого инфляция росла, предыдущие недели, но по сравнению с предыдущими неделями, вот последние две недели, в нашей стране инфляция снизилась. Это не означает, что в годовом измерении инфляция становится меньше. Пока нет. И прогнозные показатели, которые Центробанк давал в начале года, к июлю месяце, да, это примерно был коридор от 4,3 до 4,8, то современное состояние чуть-чуть превысило этот прогнозный показатель. Как отмечают экономисты, рост цен в середине лета достигает своего пика и носит четко выраженный сезонный характер. В следующие месяцы, август и сентябрь, ситуация должна измениться.